Здравствуйте, это передача «Бизнес-идея». В наших прошлых выпусках мы в основном рассказывали про сельскохозяйственную сферу. Сегодня мы поговорим о промышленном производстве, хотя можно сказать, что предприятие, о котором пойдет речь, выпускает продукцию, которая необходима аграриям. Товарищество «Казгидро», действующее в Кокшетау, занимается производством рукавов высокого давления, комплектующих, которые пользуются большим спросом в сельском хозяйстве. Сегодня это предприятие прочно заняло нишу на рынке запчастей к сельхозтехнике, но вместе с успехами оно сейчас стало перед проблемой. Подробнее о «Казгидро» и вопросами его дальнейшей деятельности в нашем выпуске. Товарищество «Казгидро» действует на рынке производства рукавов высокого давления 5 лет. За этот срок предприятие прочно стало на ноги, его продукция сегодня широко используется в машиностроении, поэтому заказчиков немало. Это Казахстан и страны ближнего зарубежья. Рукава высокого давления – гибкие соединения, применяемые в гидравлических системах различных машин и механизмов для транспортировки гидравлических и моторных масел, жидкого топлива и эмульсии. Предприятие может выпускать рукава практически любой длины и любого диаметра, действует оно и на заказ. Ведь сегодня на полях много иностранной техники, которая также имеет обыкновение выходить из строя, поэтому продукция всегда востребована. Было создано предприятие «Казгидро». Целью предприятия являлось создание по выпуску шлангов рукава высокого давления. Это для понятия, что это шланги для всей сельхозтехники, для другой техники абсолютно эти шланги необходимы. И учредители, изучив о том, что спрос на него очень большой в Казахстане, и вот с 2009 года это предприятие действует. Оно начиналось, значит, потихоньку выпускало 5, 10 тысяч, 15 тысяч. На сегодняшний день предприятие уже более стабильное. Она работает более 40 человек, работают две смены. Значит, ежемесячный выпуск рукава высокого давления составляет 30 тысяч штук. На сегодня здесь трудится около 40 человек, заработная плата свыше 90 тысяч тенге. «Казгидро» не ограничивается стенами цеха. Кроме рабочих, которые производят непосредственно саму продукцию, на предприятии работают менеджеры, обеспечивая связь с главным поставщиком комплектующих Китаем. Также ведется работа с другими странами. Наша компания активно сотрудничает с зарубежными партнерами из Китая, Украины, Российской Федерации. Также сейчас ведется работа по освоению рынков Узбекистана и Кыргызстана. Постоянно ведется активная работа по расширению клиентской базы, поиску новых клиентов. Для этого создан специальный у нас отдел по работе с иностранными партнерами. Примечательно, на предприятии работают люди, владеющие иностранными языками. К примеру, в этом кабинете трудятся менеджеры, ведущие переговоры с китайской стороной. Данный проект появился в рамках создания индустриальных зон. Еще в 2006 году правительство вынесло соответствующее постановление. Еще ранее эту задачу поставил глава государства. Индустриальная зона – это земля не сельскохозяйственного назначения, обеспеченная коммуникациями, предоставляемого государством субъектом частного предпринимательства для размещения и эксплуатации объектов промышленности в порядке, установленном Земельным кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан. Однако именно здесь и кроется главная проблема. Проблема это на сегодняшний день для нас, для предприятия ТО «Казгидро» существует в том, что мы в индустриальную зону вошли. Центром всему это было поручено возглавить СПК «Исин». Но на сегодняшний день, это мое личное мнение, они, я считаю, с этим делом не справились. И ту программу, которую мы с 1 октября должны были уже начать строительство. Но на сегодняшний день исполняющий обязанности акима города Смаил поручил сегодня, вот я сейчас буду во второй половине встречаться с архитектурой города, этот вопрос отрегулировать, решить. Если там не решается, потому что мы тянуть уже дальше не можем, мы видите, у нас уже здесь нету местов, мы вот уже приспосабливаемся к контейнерам даже, то будем искать, значит, другие альтернативы. Потому что пока как нашим партнерам, организаторам всех этих действий, СПК «Исин» нам уже не помощник. Это сегодня зависит от городского акимата, от их специалистов, если они помогут, или найдут другой участок, нам помогут. Вопрос в отсутствии земли, необходимой под производство.
Проблема намного глубже, чем могло бы показаться. На сегодня предприятие имеет планы и возможности расширения. Как и любому другому подобному объекту, перспективы развития крайне необходимы. К примеру, товарищество вынуждено хранить готовую продукцию в любых маломальски подходящих для этого местах. Только на этом складском помещении рукавов высокого давления столько, что если бы их сложить вместе, то общей протяженности хватило бы от Кокштау до Щучинска. Ко всему прочему, уже завезено оборудование для расширения производства. Сейчас оно в собранном виде пылится на складах. На сегодняшний день предприятие планы расширяться. Значит, мы полностью, есть мысль, что мы будем выпускать, как вот по нашему бизнес-плану, мы ежегодно должны до 100 километров выпускать этих шлангов, до 100 тысяч километров. А диверсификация продукции не изменится? Нет, потому что он наоборот у нас сегодня расширяется в связи с тем, что, ну, вы знаете, в стране что и в ряде государств, и те страны, которые отпали вот со всеми вот этими проблемами экономическими и другими вопросами, сегодня, например, Россию часть поставляли эти руководства с Индии. А их нет уже, Индия не поставляет. С Украины поставлялось тоже. И вот везде сейчас, здесь уже как наш центр является отдел реализации, наши вот, вы видели специалистов, которые работают с зарубежьем, они как где сориентируются, от их инициативы все это зависит много. И поэтому в связи с этим у нас ежедневно вот это проводятся пятиминутки, кажется, определяют, кто какие направления отрабатывает. Ну, здесь очень четко поставлена работа. По словам руководства предприятия, они не раз обращались за помощью, ведь объект должен войти в индустриальную зону, и предприниматели ждали поддержки. Социальная предпринимательская корпорация «ИСИЛЬ», по мнению производственников, не обеспечила их земельным участком, то есть не выполнила задачу. Товарищество «Казгидро» обратилось и в палату предпринимателей. Эксперты палаты, в свою очередь, пытались найти ответы как УСПК «ИСИЛЬ», так и местных исполнительных органов. При этом, если СПК ссылается на то, что правоустанавливающих документов на земельный участок нет и ответа они сами ждут из министерства, то городские власти вообще отказались комментировать эту ситуацию. Везде индустриальные зоны работают. Вот у меня товарищ есть в Кустанае, вот там тоже такое же предприятие «Табол» есть. За 12 дней все эти вопросы земельные порешали. 12 дней им хватило. А здесь, ну, извините, прежнюю, я не знаю, по какой причине это было, 3 года с лишним руководства Акимата, которое было, этот вопрос выделения земель не решался, прошел новый состав Акимата, выделил землю, теперь мы уперлись в нашем координаторе загвоздка. Акимат нам дал толчок городской, а уперлись теперь в СПКСИ, который должен все делать. Потому что сегодня обратного уже хода нету. Потому что, что требовался от СПКСИ? Определить на каждому землю и узаконить, что я, мы из этой земли нас не выгонят, чтобы я начал строительство. Элементарно узаконить это дело. Элементарно, все эти законы есть, но они этого не хотят. Они видят коммерческую выгоду в первую очередь, они говорят, мы вам продадим землю по коммерческой цене, мы, говорят, арендную плату будем по коммерческой цене брать. Они в первую очередь только видят свои интересы. А ведь если вопрос будет решен, то это не только расширение производства, это дополнительные рабочие места. Предприятие имеет годовой оборот более 1 миллиард тенге. Кстати, товариществом «Казгидро» уже заинтересовались в соседней Северо-Казахстанской области. Там готовы предоставить земельный участок, необходимую инфраструктуру. Таким образом, Акмолинский регион может потерять крупное предприятие, единственное в своем роде в Северо-Казахстанском регионе. А ведь всего-то необходимо выделить землю, ведь это уже готовое предприятие со своей базой клиентов. Товарищество «Казгидро» – участник программы «Дорожная карта бизнеса». Именно благодаря ей предприятие встало на ноги. Финансовые институты, которые помогли в реализации программы, руководство не называют, но стоит сказать, что Народный банк готов принимать участие, оказав финансовую поддержку не только этому предприятию, но и другим, как начинающим, так уже и действующим. Программа «Дорожная карта бизнеса» разработана для реализации послания президента Республики Казахстан народу «Казахстан. Новое десятилетие, новый экономический подъем, новые возможности Казахстана и стратегического плана развития Казахстана до 2020 года». Народный банк Казахстана, как один из лидеров банковской системы, является участником данной программы. Основными условиями программы является гарантирование исполнения обязательств, субсидирование процентной ставки. Субсидирование – это государственная поддержка по возмещению части расходов по выплате вознаграждения, гарантирование – форма государственной поддержки в виде предоставления частичной гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредиту. Участниками программы «Дорожная карта бизнеса» являются предприниматели, реализующие или планирующие реализовывать инвестиционные проекты в приоритетных секторах экономики. В нашем регионе основными
Приоритетными секторами экономики являются агропромышленный комплекс, горнодобывающая промышленность, легкая промышленность, производство мебели, производство строительных материалов. Товарищество активно решает проблемы с кадрами. Здесь выпускник среднеспециального учебного заведения может пройти переподготовку. Здесь его научат всем азам работы. Мы работаем, соцзащита работаем, мы приглашали работать. Значит, частично закрепляются, которые приходят в соцзащиту. Потом работаем мы из колледжа. Вот у нас, вы знаете, вот с колледжа отдел переводчик есть, и в цеху есть люди, которые... Вот бывшая ПТШ-1, я с колледжа, я не знаю, как называется. Оттуда есть ребята, которые у нас работают с колледжей. Сегодня предприятию по выпуску рукавов высокого давления старается помочь региональная палата предпринимателей. Вопрос взят на контроль, ведется работа по решению проблемы. Земля Казгидро до сих пор не выделено. Вопрос решается и на уровне Акимата, и на уровне СПК. Обращалась неоднократно с письмами в адрес Акима области, в Акимат города Кокшетау. Но земля, которая была передана как для развития индустриальной зоны в собственность СПК «Есиль», которые оформили 37 гектаров для развития индустриальной зоны, но до сих пор не составлен договор, элементарный договор аренды, и не передано для развития производства в ТО «Казгидро». На прошлой неделе в Акимате этот вопрос, в Акимате города Кокшетау этот вопрос был рассмотрен. И я думаю, что этот вопрос все-таки будет решен положительно, потому что в зоне, в границах зоны, индустриальной зоны уже начато производство двух предпринимателей, и ТО составлено на развитие зоны и проходит сейчас экспертизу. С начала этого года в палату поступило 128 обращений от предпринимателей. 82 из них решены положительно. Одно из последних обращений поступило от одного из застройщиков. В областном центре девелопер построил уже три типовые многоэтажки при строительстве очередного дома. Отдел архитектуры и градостроительства города Кокшетау по необоснованным причинам не выдал предпринимателю архитектурно-планировочное задание. Предприниматель начал стройку без этих документов, за что департамент архитектурно-строительного контроля привлек его к административной ответственности и приостановил строительные работы. В рамках меморандума о сотрудничестве прокуратура области провела проверку законности действий ГАСК. В итоге было доказано, что действия предпринимателя не противоречат закону. Более того, он имеет право проводить строительство без АПЗ. Таким образом, права предпринимателя были восстановлены. Застройщик возобновил строительные работы. Стоит отметить, конкретные поручения по поддержке малого и среднего бизнеса были даны на прошедшем заседании директората палаты предпринимателей Акмолинской области. Символично, что совещание под председательством директора РПП Акмолинской области Уалихана Габдуллина, в котором приняли участие директора районов филиалов, совпало с выходом нынешнего послания президента страны Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Нурлыжол. Путь в будущее». Как известно, глава государства в послании этого года поставил задачу о необходимости продолжения работы по поддержке малого и среднего бизнеса и деловой активности. Продолжаем работу по поддержке малого и среднего бизнеса и деловой активности в целом. На сегодня полностью освоены 100 миллиардов тенге из Насфонда, направленные на поддержку кредитования малого и среднего бизнеса. Мы это направляем через банки и условия улучшаем. Теперь надо следить, чтобы предприятия работали, осваивали. Начали работать и осваивали мощности. Построили и не работает. Такого не должно быть. Это и палата наша должна работать, это акимы должны следить и соответствующие министерства. Это позволит нам создать дополнительно 4500 рабочих мест. Спрос на эти средства превысил предложение уже на 23 миллиарда тенге. Созданы беспрецедентные условия кредитования бизнеса. Всего под 6% на 10 лет облэ. Одан артық не істеу керек енді бизнес қачы? Ешбір мемлекет дүниеде бұндай жасамайды. Ешкімге бизнеске. Осыны пайдаланып, жаңа бизнес пайда болу керек. Жаңа адамдар келу керек бизнеске. Өз шаруасын жөндесін, мемлекетке көмектесін. Вот. Надеемся на палату.
Также обсуждались предпринимаемые региональной палатой меры по реализации 5 основных направлений, конкретный курс на выполнение которых задал председатель правления Нацпалаты предпринимателей Аблай Мурзахметов. Это защита прав предпринимателей, снижение адембарьеров, анализ государственной программы, разрешение вопросов тарифообразования, вопросы местного содержания и госзакупок. Кроме того, в рамках поручения главы государства региональная палата предпринимателей будет проводить дальнейшую работу по улучшению бизнес-климата. Как известно, 1 января 2015 года завершается мораторий на проверки субъектов малого и среднего бизнеса. В этой части региональной палаты предусматриваются меры по защите прав и законных интересов предпринимателей в случае их нарушения. Уважаемые предприниматели, если у вас возникли подобные или другие вопросы, вы можете обратиться в Палату предпринимателей. Эксперты палаты ждут вас по адресу: город Кокшетау, улица Абая, 108/1, контактные телефоны 72-25-35, 72-25-37 или 72-25-38. На этом мы с вами прощаемся. До следующих встреч. Родные люди, родная земля.